Эй, паук, выпить хочешь? Там какая-то старушка вишневку настаивает. Вы что, стены вишневкой красите? Какая дрянь! Старушка? Да, старушка. Бабушка, кто вас обижает? Войме? Тоже внуки нашлись. Бабушка вам покажет, как хулиганить. Какой скандал! Так опозорить мою бригаду. Всю нашу художественную профессию. Как тяжело быть бригадиром и отвечать за таких негодяев. Не позволите ли возместить убытки? Нет уж, не стоит. Спасибо. Уж будьте спокойны. Я проучу этого хулигана. Да, засыпались. А старушку ты видел? Осторожно, огня опасно. Я напился бензином. Слышишь? Старушка, дай Бог каждому. И поет неплохо. Sarvatsariyan, na ra ri ra ya ra ra ra, mehi visti sa.
будь другом. Снеси старушке. Скажи, бригадир, начальник велел передать. Неси сам. Она меня убьет за вишню. Ну, я тебя прошу. Для друга. Ну, иди, иди. Это я... Да что вы, не может быть. Ей-богу, я. Не верю. Ну да ладно ж, входите. Узнаю, маляр. Художник, живописец, работник искусства. Рембрандт, одним словом, который вишневкой красит. Мне же только бензин достался. Ну, заходите, товарищ. Не стесняйтесь. Извините, я спешу. Спасибо, внучек. Старушки, должно быть, редко получают такие подарки. А, Надир! Держи бутылки. Пойдем. Не могу. Меня ждут. Честное слово, ждут. Да брось. Смотри, какая чудная девушка. И как она тебе улыбается. Пойдем. Thank you.
папиросу? Вчера полный портсигар забыл у знакомых. Ну как? Хороша была девушка? Ничего себе. И долго ты там был? Нет, недолго. До 3 часов ночи. Лексо, директор. Смотрите, Надир в люльке. Слушай, Лексо, кто у вас там в бригаде посмелее будет, да покрепче? Посмелее, говоришь? Угу. И покрепче? Ну да. Стало быть, я. Так вот, есть путевка в аэроклуб. Учиться летному делу. Но, конечно, без отрыва от производства. Ты подумай, Лексо, парень нужен такой, чтобы не осрамился. Да и для дела, чтобы не было потери. Что вы понимаете? Паук себе никогда шею не сломит. Не то, что вы. Есть у меня подходящий человек. Надир Рогава. Маляр он не важнецкий. Зато парень бесстрашный. Орел, тигр, так и рвется в небо. Да. Ну-ка, позови его. Направить Надир. Надир! К директору! Насчет бензина? Ты с какого года в комсомоле? С 30-го. Ты бензин когда-нибудь нюхал? Я... Через год ты должен облака красить. Только смотри, не осрами нас. Мы посылаем тебя в аэроклуб на учебу. Будешь ходить после работы.
Самое главное – спокойствие. Вы по профессии маляр? Да, товарищ командир. Вы там привыкли в своих люльках удаль показывать? А у нас в авиации отважность и осторожность равноценны. Ну как, все в порядке? Да, товарищ командир. Сразу нашла экспедиции геологов? Не совсем. Очень уж далеко забрались они на этот раз. К самой Сванетии. Прямо у черта в зубах. Подойти очень трудно было. Почту и продукты сбросила? С большим трудом. Опасалась, упадут проселину ледника. Место уж очень дикое. Ну а как начальник? Профессор влез со скалы, все время махал мне пиджаком в знак благодарности. Замечательный старик. Да, прекрасный человек. А какой ученый мирового масштаба. А почему так запоздала? Я в 3 часа вылетела из Минвод. Над Дарьяльским ущельем врезалась в туман. У вершины Каздека туман еще больше уплотнился. Боялась смазаться в скалу. Пришлось набирать высоту до потолка. Атмосфера разрежена, мотор забарахлил, планировала до Душета, едва не угробилась. Ты иди домой, небось устала. Мотор я сам осмотрю. Доброе утро, дорогие внуки. Здравствуйте. Здравствуйте. Скоро наш дом докрасите. Через день кончим. Ваши розы еще не увяли. Надир. Это вы забыли портсигар? Большое спасибо. А вы там ничего не забыли? Сердце или еще какую-нибудь мелочь? Мне по гостям ходить некогда. Чем же вы так заняты? В аэроклубе работаю. Как? В каком клубе? В аэроклубе. Кем же вы там работаете? Инструктором, летчиком. Понимаете ли, забавный случай. Вез я вчера почту из Минвод. В Дарьяльском ущелье влетел большой туман. По дороге ничего не видать. Нескольких орлов в тумане передушил. Все-таки неприятно. Боялся, как бы не напороться на скалу. А то ведь мог и скалу разбить. Вот смельчак. И не разбили? Пожалел, пусть стоит. Взял и поднял крышу. То есть потолок. В заряженной стратосфере пропеллер начал кашлять. То есть сморкаться, то есть чихать. Потом совсем остановился. На полчасика. И что же? Вы не разбились? Пришлось планировать до Тбилиси.
С ума ты сошел? Разве можно так врать? Разве я так рассказывал? Что она понимает? Не все ли равно? Хорошо опаздывать, молодой человек. Сегодня на аэродром опоздали, а завтра парашют вовремя раскрыть забудете. На место. Надир! Не понимаю, что тут смешного? Ну или кто? Ну и дурак, кому врал? Я вижу смельчак в профиле кто. Ну, с ума повесили. Не смущайся.
Почему вы прыгнули вне зоны? Это моя ошибка, товарищ командир. Вышло недоразумение. Дай папироску, авиатор. Ну, как твои дела со старушкой? Неплохо. Встречаемся почти ежедневно. Влюблена, как кошка. Но я не верю. Женщины любят приврать. Некоторые мужчины тоже. И сегодня наша часовня назначила. Не может быть. Почему? У нее сегодня занятие. А, знаю. Урок пения. Выключено. Внимание. Есть внимание. Контакт. От винта.
ребята. В чем дело? 6 часов. Вы не опоздаете? Нет, у нас еще 2 часа. Что торговаете? А? Милей? Милей? А где наш приятель? Знаменитый летчик. А все-таки, в общем, он неплохой парень. Да, в общем. Ну и враль неплохой. Заряженная стратосфера. Король воздуха! Надо его проучить. Это, наверное, твоей девушке кто-то несет цветы. Берегись, твой соперник. А может быть и тебе? Давай посмотрим, кому. Я же говорил.
Здрасте. Что вас не видно было? Так, знаете... Где пропадали? Я на аэродроме. А ты где шляешься? Почему не был на занятиях? Надир со мной гулял. А вы как сюда попали? Я... Хотел вас пригласить. А, в аэроклуб. Да, в аэроклуб. Я с удовольствием. Тем более с таким знаменитым летчиком. Пойдем. Смотри. Я читала в газетах, что у вас завтра праздник авиации. Да-да. И вы будете летать? Пустяки. Парочка виражей, несколько мертвых петь. Старушка тоже хотела бы присутствовать. И отлично. Я заеду за вами. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Хорошо, что я с тобой встретился. Что такое? Сванетти, начальник геологической экспедиции, профессор, сломал себе обе ноги. Мне приказано вылететь утром, чтобы доставить больного в Тбилиси. Ты остаешься за меня. А на праздник успеешь? Думаю, что да. Смотри, не опаздывай. Будем ждать. Thank you.
Здравствуйте, дорогой Коридзе. Здравствуйте. Мы вам так благодарны, так благодарны. Ведь профессор совсем плох. Вы думаете, сегодня полететь обратно? Давайте больного. Пошли, пойдем. От винта. Боже мой, что он наделал? Вот и спасли профессора. Войдите. Что же ты, Лексо? Ведь вчера на заседании решили всем ехать на авиапраздник, а ты заставляешь ждать. Ой, у меня адски болит нога. Зашиб. Пусти. Эликсо, не годится. Надир из твоей бригады. Надо ехать. Ой, нет. Нет, нет. Ходить не могу. Чашечку разбил. Идти не надо. Мы на машине. Под ложечкой ноет. Ха-ха. Эй, бедняга. Чашечка, ложечка. Весь сервиз испорчен. Одним словом, не валяй дурака. Едем. Идем. Thank you.
Получена телеграмма. 9:45 Коридзе пролетел над Кутаиси без колес. Он тащит за собой 1,5 метра телеграфного провода с изоляторами. Какой ужас. Самолетом пожертвовать можно. Пилот спустится на парашюте. Как быть с больным? У него сломаны обе ноги. Мое мнение, пилот не должен покидать машину. Он должен попытаться освободиться от проволоки, сесть на брюхо. Это значит погубить больного, пилота и самолет. Все спасти невозможно. Нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти с честью. В чем дело? Почему запрещает посадку? Смотрите, смотрите, самолет без колес. Можно вас на минутку? Лекто, а что это за ниточка у него висит? Лекто, хотите доказать, что вы хоть не знаменитый летчик? Но все-таки хороший парень. Какие у меня летчики. Молодцы ребята. Какие твои? Они рабочие. Маляры моего трека. А обучались они все-таки у меня? Кроме моих маляров, никто бы не смог так ловко орудовать в воздухе. Им хоть облака дай красить.
присуща излишняя скромность. Лексо, не прячься. Идите сюда. Вы сегодня настоящий герой. А у вас нет желания стать летчиком? Нет. Мечтаю. Мечтал он издавна, герой Советского Союза.